Закончились у меня сегодня табилитроны. Ну, быстренько поискав по сусекам, обзвонив своих проверенных поставщиков, понял, что ни у кого нет. Но случайно в беглом гуглине обнаружил, что, во-первых, в Челябинске появился чип и дип, а во-вторых, они у него есть. И причем их стоимость, в принципе, на уровне тех цен, которые я покупаю обычно у своих поставщиков. Показалось странным, ну ладно, вдруг все в порядке. Поехал, значит, купил. Это стабилитрон, копеечный, BZX84 на 18 вольт, по 2 рубля штучка. Купил я их себе 20 штук, хотя на самом деле было 17. Вот. Чек, к сожалению, не сохранился, но остался их внутренний ярлычок, который наклеили в чип и дипе челябинском. Вот. При пайке произошло странное. Ну, сейчас вы сами все увидите. То есть началось с того, что с стабилитрона вдруг отвалилась нога. Ну, мы подумали, что это брак. Но второго случилась та же самая история. Ну, дальше смотрите запись. Это прикольно. Ой, я его размазал по бумаге. Черт. Теперь можно диоды намазывать на плату. Новые технологии нано. Бля. Сколковские разработки. Пиздец. Пиздец. Пиздец, блядь, какой-то. 350 градусов на фене. Детская температура. Вот таким говном торгует чип и дип. Не ожидал. Где ярлык?